В Лондоне 600 гектаров лесных массивов. Мы провели почти 2 месяца в укрытии. Теперь нет еды, нет воды. Нам надо выбираться. Сегодня попробуем пробиться к военному. Инфекции больше нет или нет другого выхода. Мы пойдем окраинами Гринвич-парка. Где-то за ним должен быть северный блокпост. Если вы слышите это сообщение, значит, у нас все получилось. Thank you.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in